как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет. Человеку знать не дано, сколько времени будет он жить, но дано выбирать одно. Как научиться в мире жить? Уметь, уметь прощать и до конца себя отдать. И до конца себя врагу, как не перейти черту, как слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди, надеяться и верить, прошлый день уже не верну. В этом будущей жизни суть передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Я помню себя свои 18
музыка, спорт, стремление меняться. Тогда мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо: учеба, работа невыносимая, единственный сын, единственный шанс, диплом МГУ — это мой стимул. Моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был там в больнице, смотрел на глаза, смотрел прямо в лицо. Уныние ноль, желание жить на парочку лет, и минимум 30, минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Ныне якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так же, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь, меняйся с нами. Жить, жить, жить нам с тобой. Учиться просто жить, а. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать. А человеком просто стать. Просто жить. Жить. Спасибо, все, ребят. Никому не жить. Жить, хорошо жить, еще лучше. Правда.